Здравствуйте. Хотела написать отзыв Наталье и Ирине после очередной открытой консультации, которая сейчас проходит на платформе Сабришин, но решила поделиться со всеми и в открытую выразить свою благодарность нашим любимым ведущим инфодайверам. Их работа бесценна. Формат открытых консультаций – это уникальная возможность, это просто шанс получить каждому свой опыт в работе в инфодайвинге. Но прежде всего это глубиннейшая работа с собой. И это удивительная возможность, ведь не секрет, что мы все себе зеркала, да? И работая с человеком, ты работаешь с собой, и это так. На самом деле мы родились в удивительное время, время возможности осознанного перерождения и выхода из цикличности своих ошибок. И этому нам помогает инфодайвинг. Так вот, после консультации позвоночник, хондроз, там что-то, да, по-моему, 28 июня был, у меня ушел дискомфорт в поясничном и шейном позвоночном отделе. Буквально на следующее утро, делая, как обычно, зарядку, я вдруг понимаю, что меня ничего не сковывает. Нет тех ощущений, которые меня беспокоили вот последние несколько месяцев. Появилась легкость в движении, вдох полной грудью. Я ощутила необычную мягкость и гибкость в позвоночнике. А я не гибкая, со школы буквально. И я кайфовала от этих чувств. А после очередной консультации одиночество, холод, по-моему, безразличие, вот 30 июня был, мне просто уже хотелось задать вопрос, а есть что не про меня? Каждое слово, каждый образ, события жизни, чувство, скопившееся как подавленный инструмент внутри, работая с тем человеком, который дал заявку, все отзывалось во мне как свое, родное. Все отзывалось буквально, и ты словно просыпаешься, приходит глубиннейшее осознание, и ты видишь выход. Но порой во время прям консультации бывает очень больно, и хочется спрятаться, убежать, даже оправдаться. Ну, мол, ну я же из лучшего, я же из любви, да? И тут же такое трезвое осознание. Стоп! Опять убегаешь? От себя не убежишь. И в этот момент наступает искренняя благодарность, до мурашек по телу. Приходит такое полное осознание, что благодаря вот этому человеку, которого сейчас прорабатывают, ты увидел себя. Ты прорабатываешь себя, потому что звучишь на одной волне с этим человеком, а он сейчас помогает тебе осознать себя. Благодарю. Ирина, Наталья, вы хотите научиться одним, ну так говорили, да, мы хотим научиться одним прикладыванием перста ко лбу человека выводить в любовь и счастье? Так вы уже это делаете, но не одному. Прикладывая перст к одному лбу, оптом отлетает и другим. И кто хотел проснуться, тот проснулся и увидел свой свет в тоннеле жизни. Увидел выход из той паутины, которую сам же и наплел. Я хочу выразить огромную благодарность вам за инфодайвинг, за ваши труды, за то, что даете каждому, абсолютно каждому человеку осознать свое творение и осознать в себе Создателя, а значит перестать разбрызгивать вокруг себя и осознать благодарность себе, своему телу, своим зеркалам, а это детям, супругам, родным, близким, осознать, что это все создал я. А значит, я могу и все изменить, потому что я есть. Меня просто переполняет чувство. Благодарю за этот формат открытых консультаций. Это об искренности. Люблю вас, родные. Я поздравляю вас с патентом, и теперь с гордостью, у меня прям мурашки по коже, можно сказать, инфодайвинг есть!